Здравствуйте, уважаемый зритель Русской Америки. Обращаюсь к вам за помощью, а также возможность у вас будет заработать немножко денег. Сейчас расскажу, что нужно делать. Значит, я где-то через месяц хочу провести вебинар для компаний, которые занимаются зарубежной недвижимостью, либо элитной недвижимостью в своих городах. И этот вебинар будет бесплатный. И наша задача совместная вместе с вами, уважаемые зрители, собрать большое количество людей, которые придут послушать этот вебинар. Ну, придут к своим компьютерам, это понятно будет, что через интернет. То есть мы купим комнату вебинарную, и те, кто захотят участвовать, мы их пригласим на вебинар. Что нужно? Нужно, чтобы вы находили как раз такие компании. Как их искать? Покажу один из способов через Instagram, можно искать через Google, можно искать через Яндекс, можно искать через Facebook, через контакты и так далее. То есть это на ваше усмотрение. За каждую компанию, которую вы приведете на вебинар, а что нужно сделать? Нужно им отправить информацию на e-mail, там Viber, позвонить на телефон и сказать, что будет вот такой-то вебинар. Я напишу текст на самом деле завтра, может быть, видео выложу сегодня, а сегодня уже не успею, потому что уже поздно у нас уже тут. Пол первого ночи, не успею просто текст написать. То есть текст я напишу, который им нужно будет раскидывать. Вы мне просто в Viber, зрители, которые хотят работать, вы мне в Viber напишите, что хочу работать по поводу вебинара, и я вам сброшу текст. Так вот, каждая компания, которую перескочил немножко, каждая компания, которую вы привлечете, за каждую компанию, которую привлечете на вебинар, мы платим $5. То есть вот вы, например, показываю, как в Инстаграме искать, да, допустим, пишите слово «зарубежная недвижимость», может быть, «инвестиции в недвижимость», просто поиграйте словами, просто «недвижимость», там, «недвижимость за рубежом», там, «недвижимость в Европе», зарубежная недвижимость, да. Ну, я одно из ключевых слов просто вам покажу. Зарубежная недвижимость, да. Это надо написать вместе, чтобы хэштег был. Недвижимость. Вот 6280 постов. Дальше вы просто идете по каждому посту и, ну, допустим, там открываете вот пост, да, вот какая-то девушка занимается зарубежной недвижимостью, может быть, даже в Америке. То есть вы ее открываете, ее аккаунт, смотрите ее вариант, ну, она работает в США, по всей видимости, я думаю. Либо, не знаю, мне кажется, да, много нью-йоркских фотографий. Давайте мы ее зафоловим. Значит, вот и пишите на e-mail, вот ее e-mail есть, пишите. Тут тот текст, который я вам скидываю. Интересно и поучаствовать в вебинаре. И там будет наш контакт. Дальше как только, или ваш контакт лучше даже. Она как только скажет, что да, интересно, она сообщит свой Viber. И, ну, в тексте будет все подробно рассказано. Она сообщит свой Viber, и мы ее подключим на вебинар. Вот соберете там 10 человек, значит, $50 заработаете. Я считаю, что работа несложная, вебинар бесплатный, не думаю, что кто-то будет отказываться. Вот какая-то компания, я так понимаю, болгарская недвижимость занимается. Нас они тоже интересуют, то есть мы им в пакет будем предлагать заниматься американской недвижимостью. Для них это, я думаю, будет интересно. То есть я вот сегодня натыкался на, по-моему, вот компания, да, допустим, видите, они, Испания, Болгария, другие страны. Представляете, консультация. Вот находятся они в Украине. Ну, тут даже и Viber есть. Вот, и просто Viber написать, что интересно вам или неинтересно. Думаю, что большинством будет интересно. Вот бутик зарубежная недвижимость. Продажа зарубежной недвижимости по всему миру, инвестиционные проекты. Вот тоже e-mail есть. Напишите, сообщите. Получаете согласие, получаете $5. В общем, вот такая работа. Уважаемые зрители, тот, кто хочет эту работу, напишите мне в Viber +1 347 265 61 86. Напишите, хочу собирать людей на вебинар. Это вот такое будет, пускай, кодовое слово. И я вам сброшу текст, который надо
рассылать тем, кто нас интересует. Не обязательно это компания, еще раз повторяю, которая занимается только зарубежной недвижимостью. Если это какая-то успешная real estate компания, которая занимается там недвижимостью в Москве, недвижимостью в Санкт-Петербурге, желательно, конечно, большие города, в Самаре, там, в Киеве, в Алма-Ате, в Ташкенте, нас такие компании тоже интересуют. Спасибо за внимание. Пишите, кому интересна эта работа.